Ну вот, сегодня у нас 12 мая, продолжаем экскурсию по прудам и Иннатьевич с братом Игорем. Вот. Это мы приехали на Кострову. Вон даже интересно, говорят, гагара, птица. Вон она. Уточки, и она тоже вот красивая такая. Вон она летит, вон! Геннадий Иванович, вон! Вон они облет сделали. Вон. Это серые гуси, а это шахматная гагара. Это гагара. Гагара и утки. А вон она отдельно летит. Ну и... Это не гусь. А это из породы гусиных или лебединых? У нас тут гагары залетали, я их здесь. Ну, шахматная называется. Вот этот город называется Зимарков. Тапочки пропал еще, а то у меня камушки попали. Сильно подняли. Давай, когда пройдем оттуда дальше. Ну, просто... Все надо загораживать было. Скотина все обрушивает. Это от бобров сделано, вот этот шифер. Они же делают это гадину, ну как, разваливают. Вот здесь прошло мое детство. Вот здесь вот отец пригонит овечки, у него лежат. А я из дома, вон там деревьев не было. Я вижу. Я иду, у меня был дрессированный сокол, соколок. Я с детства птицами занимался. Я его здесь выпускаю, и он этих щибисы разные, там утки, он их гоняет, но ловить не ловил. Он мой молоденький был. И он по моей вине погиб. Я ушел, а оставил что знали, где его и гроза. Я домой бежать пришел, а его вновь стало. Грозой? Дождь. Дождь, дождем? Дождь, может быть. Да. Я сильно переживал за него. Так это начало оврагов, про которые вы говорили, да? Вот здесь начало оврагов идет. Ну вон оно начало, вот и начало оврагов. Начало, да, его? Начинается. И смотри, какая ширина, и как идет оно. А там идет до океана. Там совершенно новое, ну, падение... еще может быть один момент, но он тоже об этом же говорит, что возможно там под низом основные породы треснули, ну то есть было деятельность. Ну логов-то много треснули-то, вон там главный лог идет, он один, а вот эти ложки, вот здесь вот их со всех сторон штук 15, а, ну, они вот так вот, отросли, видно, что это вода стояла, вот, а потом она пошла. Ну, вот, да, самое высокое место, надо смотреть. Посмотрим, что мы тут делали, ты увидишь. Пойдем. Мне тапочки надо прополоснуть, а то камушки туда набились. Ну, массаж тебе, брат. Вон там, вот там есть. Массаж неплохой. А может, пускай я буду, ладно. Потом прополощу. О, ветлы расцвели у нас. Мы тут сколько работы. Вот это все вот мы это вбивали их, закапывали. Ух ты, сколько. Видишь, сколько рядов-то сделано. Да я смотрю, а тут это все будет расти. Но, к сожалению, не... Сейчас, стоп, подожди, стоп, Игнатьевич. Стой, все, можно. О, давай, загни там. Да. Вот смотри, это ребята садили, смотри, как проросло. Да, посчитаем, сколько. Раз, четыре, пять, шесть, семь, и... Где мои 20 лет, да? Или 15? Давай, бежи перелез. Но не везде так. Вот там на одном пруду засохли почти все. Ну не все там, мало очень. А здесь хорошо, видимо, вода ближе. Ну здесь тоже посохли, видно. Они тут, подожди, тут много. Смотри, как все загорожено-то. Скотина, чтобы не трогала. А видел, вон, брат? Этот край весь засох, Володя, весь. Вон, видите? Андатра, андатра, видимо. А? Ну это, нет, это не бобер. Это андатра. Андатра, я говорю. Андатра. Ну, проломило. Сейчас, пошли дальше.
Главное, ни один не пророс. Ни один. Поливать надо было. Почему не один? Вон там-то проросли. А здесь какая глубина? 3, 4, 5, 6, проросли! 8, Игнатий Иванович! Вот, вот. Ну ладно. Что-то прорастет оно. Семя даст, упадет сюда. Вот проросло. Вот я считаю. Ну эти вот. Ну которые ближе к воде, видимо, они хорошие. Ну да, это далековато было. А оттуда уже вытекает, да? Тут уже родник есть какой-то. Здесь, да, что-то есть, да. Там ничего не вытекает. Ну там доски это не плотно стоят еще. То есть оно под потоком идет. Она утекает, вода. Да, мы еще ничего не делали тут. Это надо с той стороны, с той. С глиной, вон там, вон вверху глина-то. С соломой ее и бутить ее там, видите, как кирпичи, вон смотри, все. Вот где. 100 деревьев приросло, 100. Вот. Ну и больше ничего тут не надо делать. Доски еще две можно поставить, и она вообще разольется вон туда везде. Ну не было столько. Конечно, не было. Мы, ты сейчас, видимо, назад перелазь, машину гони, а мы пойдем этой стороной. Хорошо. Так. И куда ее гнать? Ну, вон туда. Вокруг. К лагерю? Вон туда. А, ну понял, ну, костру, к костру. Можешь подогнать к нам. Ну-ка. Костру, короче говоря, гоню. Ну да. А вы там уже сами смотрите, куда я еду. Ой-ой-ой. А ты нас увидишь. Вот сколько работы здесь, представь, мы делали. Это все вот здесь затянуло, это кирпичом обложено было. Смотри, сколько работы проделано. И там какой спуск. Ну как, шифер проросло. Это не на один день сделано. А была бы сила, все это можно забетонировать. Но оно тут совсем заужено было. Вот насколько здесь добавилось, и там берег он подняло. А там у нас колодчик, он, наверное, колодец-то уже прям под водой. Вплотную подошел. Видишь, около деревьев-то он. Все, пошли. Ого-го. Тут не пройдешь. Глина. Видишь, как мы валики делали. Валик здесь долбили. С такой крошкой. Ой-ой-ой. Володя, вспомни, как мы тут возили-то тележкой-то. Напомню, конечно. Зима уже наступает. А мы здесь идем ночью. Руку протянешь, руку не видать. И все равно сделали. Ой-ой-ой, вот он трактор где брал. Вот, бугор он снес сюда. Хороший вот газорез. Вот так, брат. Вот тебя сфотографирую. Давай мы туда пойдем на бугор. А там лагерь, видать, бывший лагерь. Сейчас там нет. Все это строение, все передано Потеряевке. Они приняли, в устав записали. Так что они охраняют теперь. Нас это больше всего теперь касается. Вот так. Вот здесь, видимо, тоже бобер есть, да? Андатор может быть. Тут бобров может быть и нет. А что, андатора тоже эти хатки строят? Конечно. А как да? Ей жить-то? Она моя крыса водяная. Почему-то считают, что она американская. Они едят, запекают ее в золе. И едят. Вот. Пойдем еще зайдем на этот порог. Все? Брат пошел. Прикрасиво.